Первый выпускной класс 11 А 23 мая покинет стены, ставшие им родной 75-й школы. Со сцены звучат добрые слова от родителей, будущих выпускников и преподавательского состава. Все желают самого главного – сдать предстоящие экзамены и поступить именно в то учебное заведение, которое каждый выбрал для себя сам. Я желаю вам, чтобы все жизненные поступки, которые вы совершали в жизни, были действительно взрослыми. Вас учили читать, писать, думать. Поэтому думайте, творите, живите, любите. Удачи вам! И пусть все получится. С Богом! Выпускники школы номер 75. Ребят поздравили и первоклассники. Со сцены звучали стихи и песни. Дети подарили будущим выпускникам маленькие колокольчики и пятерку, как талисман. А затем, как и положено, прозвенел последний звонок. 11 А-класс – это первые выпускники школы 75. Как сказал исполняющий обязанности главы администрации города Рязани Сергей Карабасов, вы уже история. Однако он поделился планами, что в мэрии планируют развивать учебные заведения. У нас аналогичный проект строится сейчас в Горроще. И в перспективе мы планируем районы Семчино, Недостоево. Наши все образовательные учреждения должны готовиться к 1 сентября, к новому учебному году. И мы в рамках того финансирования, которое сегодня нам выделило правительство, губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов, мы запланировали открытие дополнительных 6 классов для первоклассников в данном учебном заведении. Сергей Карабасов отметил, что летом будут дополнительно обустраивать по нормативам те классы, в которые пойдут 1 сентября дети с 5-го микрорайона Дашково-Песочни. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».